Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 23 апреля 2024 года. Сегодняшнее утро в Одессе, в Одесской области началось с воздушной тревоги. Объявили тревогу в 7.17. Причина – это угроза удара баллистическими ракетами. Вот. Но, в принципе, все было тихо, взрывов никаких не звучало. В нашем направлении пусков ракет не было. Отбой воздушной тревоги дали в 7.46. И также тревога у нас была ночью. Причина – это шахеды. Тревога была затяжная. Объявили ее в 1:33 ночи. И длилась тревога аж до 3 часов ночи. В 3:07 только дали отбой. Было очень громко именно в городе, потому что атаковали преимущественно город. Вот, все шахеды летели с моря на город. Вот, пару таких взрывов прозвучало очень сильно. Прям дрожали и стены, и окна. Вот, судя по всему, прилет, потому что сообщают о том, что есть прилет сбитых беспилотников. Вот. И также есть падение обломков, повреждены жилые дома, вот, много повреждений, есть пострадавшие люди, но об этом уже более подробнее буду сообщать в своем следующем видео. Сколько было беспилотников, сколько сбили, сколько не сбили, и по поводу пострадавших и повреждений уже в следующем видео об этом обязательно сообщу. Вот, но громко было, прям и воздушные бои проводились достаточно массированные. То есть наши военные сбивали, и шахеды летят, и сбивают, и ну, громко, очень было громко. И пару раз бахнуло так, что просто дрожало все. Я на связи, всем мирного неба, всем хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. До встречи, всем пока.